TEDx – это международный формат, он проходит по всему миру. Цель TEDx – это донести инновационные идеи до людей, поделиться интересными историями в 15-минутном формате. Для нас TEDx – это не сегодняшний день. Для нас TEDx – это несколько месяцев подготовки такой сильной работы. Команда волонтеров почти 70 человек, и это прям действительно очень большой труд. Здесь, ну вот как я понимаю для себя TEDx, это, в принципе, как бы те тенденции, те веяния, которые будут лидировать в ближайшее время, да, то есть которые сейчас набирают какую-то популярность и которые будут определять нашу жизнь. Очень интересен сам формат TEDx, то есть мне нравится, что на популярном уровне происходит объяснение достаточно серьезных вещей всем, кто здесь присутствует. Я считаю, что это важно, это здорово, это очень правильная вообще концепция. Я очень воодушевлен, вдохновлен тем, что здесь делается, то, какие материалы выбраны для того, чтобы представить, то, какие спикеры приглашены. Я считаю, что вот эта вот площадка TEDx Новосибирск – это уникальнейшая площадка.